Но с баночкой пива-то, естественно, рассуждать дебил, легко. Дебил, у тебя какое образование? Пошел нахуй. Тагушка просроченная, но, к сожалению, опасная. Дети могут умереть. Пошел нахуй. Документ, покажи, это говно. Вот это нахуй. Да. А ты кто такой? Павлик. Пошел в жопу, Павлик. Вы отказываетесь выполнить закон принципа? Да, отказываюсь. Когда будет применена к вам физическая сила? Применяется. Раньше вот нужно было брать. Раньше нужно было брать. А что нарушил, а? 19-3 уже. Ребенка напугал. Что делаешь? Что, что-то ребенка не сбил? Сеттинг 11. Вы не уйдите нахуй, я все. Вы все равно поедете. Что меня не упакует? И что с вами? Сядь, пакуй, не все. Нет, нет, сын народный артист России. Ты сейчас, блядь, ты сейчас получишь, я не знаю что. Хули вы меня взяли-то, а? Владимир, что ты скажешь по поводу, почему сломались кассы на Вальке, когда он решил пробить просрочку? Это постоянно случается, потому что они знают нас, они нас всех видели, кроме вот этого человека, а, возможно, еще, да? Надо было Павла запускать, надо, да? Ну да, была такая у нас возможность запустить неизвестного для них человека, но мы люди открытые, идем открыто. Тайна мы не снимаем, мы тайна. А, ну да, мы вызываем полицию. Полицию вызываем. Кто взял? Я понял, что случилось. Кто взял? Кто взял продукты? Не знаю. Кто? Ну, тетка какая-то. Какая тетка? Ну, нет, кто взял? Ну, куда унесла? Не знаю. Показывай, куда. 20 минут очередь стоишь. Я не виноват. Ну, никто не виноват. Пусть не то, что я видел на прилавке, да? Уважаемый, не могу вам продать, он просроченный, отшвырнул. Агуша, да? Да. Нормально. Такое отношение к покупателю. Ну, пойдем, подождем полицию. Мое место я вижу впереди. Я с чипсами? Не, вот это мое. Да, твое. А что вы туда заходите, не пойму? А? Кто какой-то? Представьте сначала. Я за мистер продаж, это не ваше место. Давай, иди там, а? Это не ваше место. Рот закрой. Да, мой товар туда положили, значит, мое место. Это для посетителей, кто хочет отдохнуть. Кто нашел у вас много просрочки, да, устал, да, я устал искать вас просрочку и снимать. Вот целый день вы набрал, тут, поэтому вы я тут устал, расскажите. Я решил отдохнуть, присесть. Ну, отдыхайте дальше, что могу сказать. Давайте снимайте просрочку, хватит людей травить, а. Просрочку снимай, говорю. Я тележку набрал и закончил, там еще полно. Ну, еще наберите, нас так время не будет. Это ты иди, такая. Ты иди набирай. Пойду купим. Второй раз за две недели. Детское питание, вот, полное. Ну, времени, да, закрывайтесь, не работайте. Что, если времени нет? Ну, закрывайтесь. Чтобы закрыть. Очередь вон какая, одна касса работает, товар хреновый. Касса не работает, а что делать? Здравствуйте, Тём. У меня есть жалоба на качество обслуживания. Да, принимаем, конечно. Принимаете? Да, вот печать сейчас поставим. Да. А вы сотрудник Дикси, да? Да, самый лучший. Единственный. Остальные все плохо работают. Кстати, а почему печать в открытом доступе? Я просто не знаю кого. А у меня, кстати, да? у меня, кстати, есть листочек. Сейчас проверим. Она вообще. Ну и. Давайте попробуем. Да. Все, я директор. Это твой листочек? А, ну ладно, оставайтесь. Да, а получше, по какому праву вы находитесь за рабочим столом нашим? А вы разве не знаете? Это ваш новый директор. Вы меня не знаете? Нет. Я вас помню, конечно. На поклон, да, на поклон вон туда, ко мне. В очередь. По записи, да. Я принимаю жалобу гражданина. Будьте добры, давайте я приму жалобу. Нет, я принимаю, у меня все полномочия есть. Какие полномочия? Вот мой документ. Какой? Вот. Всего лишь печать? Я сейчас напишу что угодно. Пожалуйста, освободите место. Не могу, жду полицию. Подождите, пожалуйста. Не могу, я очень устал.
Давайте я вам стульчик туда поставлю. С компьютером не имеете права садиться. Это наш рабочий компьютер. Я на YouTube хочу зайти, показать вам, какие вы раньше были. У нас здесь нет интернета. Ой. Как нет? А факсы приходят? Я на русский не пишу. Я сейчас раздам интернет, и вы посмотрите. У меня есть телефон, я могу посмотреть. Сам. Как же у вас на русский? У вас русский вообще есть? Ой, фу, английский. Я в таком случае вызываю тоже полицию. Почему? Чем я нарушаю? Что тем, что вы сели, вы зашли, вы сели за компьютер. На каком основании вы сидите сейчас за рабочим столом? В общем доступе в коридорчике я вижу, тут места для посетителей нет разве? Здесь не раз написано, что здесь нет. Да, да. А здесь написано, что нет. Я спросил у заместителя, сказал, сидите, пожалуйста. Да, я, кстати, вот, заместитель же закрывал, да сидите. Сидите, сидите, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. А вы директор, наверное, да? Ты же директор. Это бывший директор. Ну, неизвестно. Она же не представилась. Не представилась, так что непонятно, что это. Ну, вот они. Я от них хорошо, если они считают правильно. А где огушка-то наша? Да. Насколько там? Не знаю, вы видели, что про у вас эмоции здесь? Подождите. У вас просроченное детское питание здесь продают на курсе. Да, да? Лежечка, про эмоции. Просроченная агуша. Ребят, это про эмоции или как? Давайте вы не будете посмотрим. Все на девушку нападать. Не, а девушка что? Может уйти. Не нападает. Мы я спрашиваю вопрос, а в курсе она или нет. Может, даже по одному. А можем и вместе. А можем и вместе. Спасибо. Конечно, понимаешь, но что зря. Выступаетесь, но зря, да, потому что иначе не учится, не учится администрация, нет, директора, иначе, никак не учится. Разделяйте, да, вот, клуб, просрочку, еще что-то, еще и людей, да? Можно, правильно? Вы же с человеком вообще? Так, да. Ну, я им вы же говорю, не хотите, матом, с вами говорили? Ну, я же не матом обучаю, правильно? А? Я же не матом с ней общаюсь, правильно? Нет, матом того, не провоцируют. Сейчас... Ну, чем провоцируют? Тем поведением. Провоцирую на продажу детского питания просрочного, да? За это можно расстрелять, я не знаю, все что угодно, они должны будут собрать, это все понятно. Так почему они вместо этого тут стоят, ничего не делают? Она не защищает ничего. Ну, неизвестно. Вы собрали, что хорошо. Защищает, что это защищает. Вы в Дикси, они к ней апеллируете, правильно ведь? Почему? А потому что я с вами буду говорить как а с дебилом. Вы знаете, что вы хотите? Нет, я предполагаю просто. Ну вы вот уже скажете, что вы предполагаете. Не заступайтесь, пожалуйста. Не делайте еще хуже. Ради бога. Вот сидят, ждут полицию. Пожалуйста. Спасибо большое. Соберите всю просрочку. Руки нахер и все. Да весь магазин, как нельзя. Почему весь магазин? Потому ребят? Что весь магазин. Ну, там да целый не, целый неправда. Вот я сегодня два раза сегодня заходил и. Ну нормально. Пиво, может, не просроченное. Да не пиво, у меня не пиво там. Вот. Химия тоже не просрочена. Химия тоже не просрочена. Слипки я сегодня взял, продукты, хлеб. На чем вам повезло? Да? В чем не, а вам, а вам, а вам в чем не повезло? Пиво, вы... пиво, ну... Нет, подожди. Нет. Слушай, стой. Я ему... А где ваши 10 тележек, да, с просроченными продуктами? Где они? Че ты сидишь с камерой? Иди принеси. А че ты стоишь с наушником? Иди принеси. Я командовал туда. Я купил. Это ну, ты сказал, все. Что все хуево здесь. Конечно. Иди принеси. Мужчина, идите домой. Иди принеси. Идите домой. Иди принеси. Проспитесь. Все. Отожмитесь. Не что, знаю, что говорить больше не о чем. Почему не? Иди. О чем? Почему не о чем? Отлично. Могу много чего еще поуказывать. Ну давай. Упор лежа принять. Нравится? Что нравится? Иди, покажи мне просрочку. Ну где, отожмите. Где ваши две тележки? Чего вы оскорбительно представите граждан? Я вас никуда не гоню. Если вы хотите, вы просто пройдите по полкам и сами посмотрите, увидите, найдете. По полкам сам пройдись. Если ты говоришь, что есть какие-то просрочки, покажи, принеси. А я-то думал, почему все так, да. Как? Но с баночкой пива-то, естественно, рассуждать дебил, легко. Дебил, у тебя какое образование? Дебил, уважаемый дебил. Я ну, не знаю, зачем вы представились. Сколько ты классов закончил? Три. Три? Да. Я тебя поздравляю. Спасибо. Дальше. Меня на выпускном поздравляли с третьим классом. Хорошо. Да. Все. Мария Петровна, вы ли это? Ты еще имбецил, да? Имбецил? Да. А вы... Нет, он не знает просто смысл значения этих слов. Я а вот знаю. Скажите, знаете, ну, что такое имбецил? 80. Что такое имбецил? Какая у тебя половина мозгов? Это как у вас.
ты только что говорил, что я не знаю. Да? Ну, это как у вас или не как у вас? Сейчас уже довольны то, что я знаю. Это да? Как у вас или не как у вас? Я оскорбился, да? Кто оскорбился-то? На дебилов не обижаются. Я, по крайней мере, не обижаюсь. Пошел нахуй. Нет. Все. Железный аргумент. Он занят под тобой. Нет. 758 рублей. И пивчелы, да, бахнуть. Молодец, красавчик. И этот, кисель ТВ еще включить. Да. А теперь, ребята, пошли и показали, блядь, три тележки просрочки. У вас здесь пятеро. Упал, отжался. Пять тележек. Принесите. Упал, отжался. Вы сказали, здесь полное говно. Упал, отжался. Ты знаешь, в отличие от вас... Только сначала с полового органа встань. Да, я занимаюсь, ну, хоть каким-то бизнесом. Бухаешь. Что-то да, делаю, в Дикси, да? Красавчик. Защищаешь в Дикси просрочку. В Дикси? Защищаешь тех, кто травит детей. Людей, молодец. Я где люди-то? Я защищаю людей, да, которых те, кто травит детей, уже не люди. Как мы их оскорбили? Легко. Как? Как мы их обозвали? А хоть как-то. Как мы их обозвали? Давай, мужик, отвечай за слова. Как мы их обозвали? Я сказал, не обозвали, а оскорбили. Оскорбили как? Оскорбили как? Знаешь, какое оскорбление? Поведением. О, да, да. Да, ну да, пиво да. В общественном месте. А? Как ты, с чего ты взял, что такое оскорбление? Оскорбление – это унижение в моральной форме, высказанное в неприличной форме. Вот ты сейчас оскорбительно пристаешь гражданам. Все, в Яндекс, залезь сейчас, почитай. Ну, кому я пристал? К нам, ко мне. Тебе? Ко мне, да, с грубой нецензурной бранью. Куда хочешь. Че? Я к тебе не обращался. Ты обратился ко всем нам, к неопределенному кругу лиц. Орешь матом, бухаешь. Что, что ей угрожало? Опасность какая-то или что? В плане чего? Вот женщина недавно голову вон ребенку отрезала и ходила. Иди за нее заступись еще. Стоите, меня снимаете, да? Для как? Чего? Ты же представляешь, что ты дебил. Где тут пять дебилов? Только один. Хорошо, пять дебилов. Ты дебил? Долбоебов. Дебил? Нет, так не дебил. Проще? Все, дебил, не дебил, нет. Все. Никто не дебил. Только ты тут говоришь, там дебил, не дебил. Еще водочки можешь взять для заводочки. И пивка для рывка. Могу, да. Могу. Вот тебе Дикси для этого ну, а есть. А ты не можешь. Не, не могу. Да, не заработал. Да. Конечно. Мы-то не ядцы. Да. 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 На водку не хватает. Нет, наши сети, они добились того, что, ну, что мы ходим, блядь, и смотрим, сука, на этот, на срок давности. Вот эти вот, вот, добились. Они все добились. Это и Перекресток, это X5 ETL Group, это Dixie, я не знаю, это все, да? Вот. Но дело не в этом. Ну, ты смотришь, смотришь. Но если ты хочешь что-то добиться, ну иди туда. Мы добиваемся. А что ты здесь устраиваешь мы провокацию? Туда. Не, вы провокацию устраиваете. Вы провоцируете женщину. На что? На что? Не знаю, на эмоции. Вы хотите, чтобы она там что-то там... Ты знаешь, что такое слово провокация, нет? Да, знаю. Что? Что означает провокация? Скажи мне, пожалуйста. Нет, я тебе задаю вопрос. Я что тебе задаю мне... вопрос. Ну а что ты мне ну, вопрос на вопрос? Мы можем с тобой говорить так же. Что ты мне вопрос на вопрос отвечаешь? Хорошо. Ну ты ответь мне, что такое провокация. Ты же говоришь. Я вообще сидел молчал. Я вообще молчу. Ты молчишь? Да. Да это мы вообще-то все молчим. Хорошо, молчите дальше. Ты да, молчи. Да что ты говоришь? Ну ты мне ответь мне на вопрос. Потом после пива вообще не вспомнишь. Еще нельзя. Какая разница, выпил пиво или нет? Большая разница. Паш, можно да? Продублировать? Дублировать. Я пошел, устроил Володь. Праздник. Да? Продублируй, пожалуйста. Себе праздник? Себе? Неплохо. Кому? Нам бы ты праздник устроил или что? Конечно. Какой? Не знаю. Что ты меня снимаешь? А чё? Первым административное правонарушение, возможно, преступление. И готовящиеся возможности. А уже сколько административных с моей стороны? Конечно. Тоже. Какое? Бухать в общественном месте можно? Оскорбительно приставать гражданам. Матерился. Да. Отлично. Все. На 15 суток заработал. Ну, прям не заработал. Чё? Заработал. Нет. Прямо я тебе говорю. Человек, а сейчас ты, наверное, начнешь отсюда убегать, я тебе больше скажу, потому что... Я имею, конечно, отношение ну, к кинематографу. Вот. Да. Так что будет. Знаменитый блогер? А? Знаменитый блогер? Недостаточно знаменитый, если так, потому что мы не знаем. Дайте молодцы. Главный вопрос. Меня всегда вот мучает в последнее время. Давай. Вы гусей от утей отличаете? Блин, с языка снял. Вот. Отличает человек. Вы были в пятерочке, значит, да? Уже посмотрели обучающий ролик. Здравствуйте, вы к нам. Здравствуйте.
Ну, во-первых, нам нужно тут соответственно оперативную группу для изъятия просрочки, или участковый, или дознаватель. Во-первых. Во-вторых, тут мужчина оскорбительно пристает гражданам, распивает в общественном месте спиртные напитки. Пошел нахуй. Вот, ну, видите, да. Грубо, нецензурно выражается матом. Нет, не это, ничего не говорит. Не, не было такого или что? Есть. Ну, было такое? Ну, вот и все. А, чтобы подтвердить. Да. Ну, все слышали, как бы. Ну, да. Документ ваш можно? Сейчас, потому что... Три чехла, три палета. Я советую вам повторить фразу. Кому? Тебе или ему? А вы что за организацию? А? Мы... Я пришел за продукты. Обманутые вкладчики, мама. Мы граждане Российской Федерации. Не, действительно, я обманутый вкладчик, мама. Прекратите свои противоправные действия. Вы уберите, что на камеру снимали. Снимайте документы, пожалуйста. Я снимаю. Снимаю. Со своих сторон. А мы хотим 3D запись сделать, трехмерно. Вы что вы хотите? Вы занимаетесь дебилизмом. Ну да. Бухать и матом орать в общественном месте не дебилизм, видимо. Полезное занятие. Все. С этим гражданином я понял. Угу. А другой вопрос какой? Покажи там. Смотрите. У нас вопросы, собственно, к товару. Угу. Вот огушка просроченная. Вкусная, вот детям, наверное, можно такую покупать, но, к сожалению, опасно. Дети могут умереть, не выдержать. И вот, собственно, все вот это тоже. Там и огуша, и все остальное. Усматриваем, да, усматриваем в этом признаки преступления по части 2 статьи 238. Помолчите, пожалуйста, вы административно задержаны сейчас. Слышь, хорошо, я не задержан. Не трогать надо меня руками. Не надо меня трогать руками. Ты сейчас занимаешься не надо трогать руками. Не надо трогать руками. А сейчас есть какое-то преступление. Дебилизмом ты у себя... А вы занимаетесь дерьмом. Ты у себя под кроватью будешь заниматься в камере. Когда тебя на 15 суток закроют... Вы, да, кого? Заявители. А, да, мы все заявители. Имбецил. Документы можно, чтобы... Какие? Хорошо. Документы, покажи, это говно. Вот это нахуй. Да. Тут моя... Ну что руками рассматриваешь? Тут мои. А у вас есть? Ой, Евгений Петрович, у вас... Мы же вас, получается, освободили, избавили от Морковкина. Вы же нам благодарны по гробу. Помолчи. Вы же нам благодарны должны быть. Вот, Павлик меня зовут. Что значит Павлик? Ну, Павлик меня зовут. Документы, покажи, дебил. Вот документы. Вы заканчиваете выражаться в отношении даже данного гражданина. Все равно. А вы там в вашем присутствии? Я сотрудник магазина. Угу. Зачем? А почему вас просрочили? Оскорбляете? Да, у нас трое, два человека, два сотрудника. Мы все не успеваем рассмотреть. Не стараемся, получается вот так вот. Не, если он дебил. То есть два человека в магазине. Прекратишь, нет? Нереально. Или не прекратишь? Прекращу. Ну, сейчас покажи документ. Вызывает полицию, оперативную группу сюда. Да, дознаватель либо участковый. Да. ВВД. Хорошо. Не, Николай, поедем. Мы потом к вам приедем, записать в ВВД заявление на него. Вы при нас уже нарушаете общественный порядок. Вы при нас, конечно, мат ругаетесь. Выражаете. Дебил? Это мат? Да нет. Вы перед этим распиваете. Есть что? Не перемотать 5 минут назад? Мотайте. Все нужно предоставим. Просто мы вас предупреждаем, что если вы не повинуетесь законным требованиям сотрудников полиции, то я вам еще дополнительное правонарушение. Причем тут я-то? Сотрудника полиции должны. Хорошо. А ты кто такой? Павлик. Пошел в жопу, Павлик. Все. Не пойду. Ты уже на члене сидишь, как ты его там назвал по-матерному, да? Вот. И туда я тоже, куда ты собираешься, не пойду. Понятно? Непонятно. Ну ты переваришь там, можешь что-нибудь ответить, но лучше не отвечай. Лучше помолчи, посиди, вот, смирись. С чем? С чем, что тебя в мещанский отдел повезут. Вот там прибывшим начальнике Морковкине. Знаешь, как людей избивали? Нет, вы с Мещанской же, да? С Мещанского, да. Ну вот, с Мещанского. А знаете, как морковник? Вот. Пивку берите с собой, личные вещи, следуйте, пожалуйста, за мной. Я такого никогда не видел. Серьезно? Я вас спас всех. Спасибо, братан. Ну, личные вещи свои. Пожалуйста, берите и следуйте за мной. Вы отказываетесь выполнить мои требования? Законные причем. Мужчина, если вы отказываетесь, в отношении вас будет применена физическая сила и специальные средства. Они это умеют. У них начальник бывший зверь вообще был.
Да. Они еще. Я вас очень вежливо прошу и настоятельно вам рекомендую проследовать за мной. Кто конкретно? Хорошо. Сейчас привезли с оперативной группы, а вы определили с нами ВВД. Юлиана его зовут? Вы можете желание загадать, кстати. Берите, пожалуйста. Два Юлиана. Да, два Юлиана. Редкое имя. Пойдите, берите ваши вещи. Так, да, сказал. Сколько вы подставщики все были. Ну да. Мы к тебе не подходили. Там, мы тебе баночку пива да, дали. Продукты. И тетки. 95-летней тетке купил, мужчина. Химию. Что? Берите личные вещи, следуйте за мной. Я вам еще раз говорю, очень вежливо вас прошу. Дайте бланк есть сейчас. Я вам заявление заодно напишу. На что? Сейчас на скандалине? Сейчас оперативная группа приедет. Я же не могу сразу. А, хорошо. По вашему и по нарушению. Не, я имею в виду бланки на него, чтобы вы сразу и заявление, и рапорт отвезли. Не, ну его так тут, и так, а мы в отдел приедем. Все равно при вас. Да, и мне выражался. И распевал, и выражался, да. А мы в отдел приедем, мы напишем. Все равно в отдел едем. Следуйте за нами, пожалуйста. Свидетель, заберите, это как у нас кабел, женщину, продавщицу и все. Вот сотрудник полиции. На суд к вам по 20.1, на суд, я думаю, приеду. Мещанский суд. Я тоже приеду. Вас один вызывали, или я? Товар, понимаете, я буду изымать. Оперативная группа. А с вами будем разбираться непосредственно мы. А кто вас вызывал? А что вы ко мне приехали? К вам приехали. Это вы сейчас к нам поедете. Клоунаду заканчивайте устраивать. Берите свои личные вещи, пожалуйста. Да. И следуйте за мной. Я вас очень вежливо прошу. В очередной раз предупреждаю. Что? Предупреждайте вы сколько хотите. Он уже 7-15 говорил. Следуйте за мной, пожалуйста. Вещи берите. Если, если их не возьму? Если в суд надо будет подъехать, то... Нет, конечно. Нет? Нет. А если я не смогу поднять их? Да это ваша трудность. Мои? Конечно. Хорошо, что случилось-то? В чем? Статью покажите, пожалуйста. Статья 20.1. Кодекс административного правонарушения. Распитие? Статья 20.26. При вас? Даже 13. Вы не прекратили это. Продолжите. Прекратил. Вы, что? Вы при нас это делали за нарушение. Я делал, а то вы пришли, вы с ними вообще говорили. Вы отказываетесь выполнить закон требуется против. Да, отказываюсь. Ну все. Тогда будет применена к вам физическая сила. Применяйте. Зачем вы это? Следуйте за мной, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста. Раньше нужно было брать. Я это беру. Стой. Раньше нужно было брать. Все. Не-не-не-не-не-не. Это не умер. Подождите. А там не хотите, да? Вот эти вот пять камер снимают. Останется там кто-нибудь? Слушай, вот за продавщицу, да? Давай. Не. Ты чё? Ты далеко ты меня поведёшь-то? В отдел. В отдел? Конечно. А что нарушил, а? 19-3 уже. А ребёнка напугал, ты чё, а? Чё делаешь? Чё, чё-то ребёнка не сбил. Хорошо, что мы тут оказались. Пьяному-то защищать продавщицу легко. Не применяйте насилие. Не применяйте насилие к сотрудникам полиции. Не надо. Не крути, блядь. Не крути, говорю. Присяду. С рейтинга 11. Да, все свое беру с собой. Да? За цирк. Жену посадите. Там. В машине следуют только административные задержки. На такси, пожалуйста. Мужики. Улица Стрельбинга. Слушайте, можете выключить камеру, пожалуйста? Да, выключили. Ребят, выключите. Выключили. Уйдите нахуй, я все. Конечно. Ну там закончился все. Цирк. Присаживайся. Здесь подожди. Все. Ну что присядь? Все, присядьте. Юлиан, садитесь. Я ничего не нарушу. Вас все равно упакует, Юлиан. Вы все равно поедете. Ничего меня не упакует. И что же? Юля, у него нога, он успокоит. Да нет, я вывез руки. Сядь спокойно, и все. Отпусти руки. Сядь спокойно, и все. Столько советов. Вообще, зачем тут ну, с ним, кстати, полиция еще сюсюкались. Я даже так сказал, они уже давно могли. С комяком не сюсюкались, да? С комяком сразу в пол. Блять, ты не понимаешь, что ты делаешь? Нет, 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 сын народного артиста России. Ты сейчас, блядь, ты сейчас получишь, я не знаю, что. Угрожает. Премию он получит, я тебе больше скажу. Перестань. Сын народного артиста. Что эти,
Я не позорюсь, присядь ты уже. Родители, не позорьте, действительно, Юлиан. Да и ногу вставляет. Ты кого задержал, появился? Вы приехали, блядь, по их вызову. Хули вы меня взяли-то, а? Давайте, присядь. Не присяду я, блядь. 23, чистая. Да, вообще. Часть вторая. Что я должен делать? Сука, ты ничего не понимаешь. Сейчас ты. Нет, нихуя. Дай, блядь, нормально. Сумку можно положить? Нихуя. Я сейчас что? Я вам здесь был. Я свое. Препятствует он. Ногу держит. Ну, вот это 19-3 реально. Это 19-3, да. 19-3 сейчас на месяц уедет просто. Ну, он специально. Да. Осторожно, ногу сломаете. Знаешь, ему. Что, дай ему, стой. Поможем, может, не надо, нет. Ну, сейчас они просто дверь подержат, потому что справятся. Да, справились. А вот сейчас с той стороны, главное, чтобы не убежал. Все. Он в машине продолжает. Там, чтобы насилие. Я, кстати, боюсь за полицейского, он прям. За них не надо бояться. Не, ну тут спереди водитель крепкий. Да сейчас наручники надену. Я сразу предлагал полицейским. Он свалить хочет с той стороны, да. Он пытался дверь открыть. Павлик, предлагаю оформить вдоль стрим. Да, что это такое? За нарушение правил транспортных средств, за парковочку такую, таким образом. Где Гольфстрим? А я не люблю просто чек ДБР. Пойдем дальше, да. Блин, ну это трэш. Ребят! Это получше. А представляете, если бы он пошел на улицу, он чуть ребенка тут не сбил. Представляете, что было, если бы его не задержали? Да, офигеть! Агрессивный, агрессивный. Неадекват вообще. Да, неадекват. Пойдем к ним. А мы к вам. Нам? Машиночку уберите, пожалуйста. Да, сейчас уберем. Да, вас там. Это уже не правил парковки, остановки. Водители знают. Ну а чем? Спросил? Они уже поняли, что не хотят быть упакованы вслед за ним. Вот себя пристегиваться там не любят, походу, ребят. Гольфстрим пристегиваться не любят, потому что ремни у них за... Ремень за... Не поехали пока. Ну фару зачем-то покосили. Не пристегнули, фару не включили. Молодцы. Поворотник тоже не включили. На своей драндулете. Нет, еще три. Там еще он переводил на пассажира, пассажир не присел. А,